Тост. Да, тост. Милый, я так рада отмечать твой день рождения вместе. Ты самый умный, у меня есть для тебя сюрприз. Что ты мне подарила? Посмотри. Клаустрофобия? Интеллектуальный квест. Ты заперт в комнате и должен разгадать несколько загадок. Сложить пазл, чтобы выйти, а времени у тебя всего час. А что, если не уложиться в срок? Мы заперты. Навсегда. Кто знает, сколько мы уже едем? Давайте спросим водителя. Может, нас отсюда не выпустят? Мы на месте. Это здесь. Мило. Так, это очень странно. С ума сойти. Андерсон? Тайлер? Кристин с тобой? Нет, я один. Тут карточка. Ищите часы, только с минутной стрелкой. Где ключ? Мы же решили загадку, почему дверь закрылась. Должно быть что-то, что нам поможет перейти на следующий уровень. Это же головоломка. Стойте, что-то не так. Это что, Кристин? Господи. А вдруг это не игра? Может, мы здесь не случайно, и каждый из нас ключ, часть пазла. И если не сложить пазл, квест начинает играть против тебя. Я что-то нащупала. Все по-настоящему. Надо выбираться отсюда. Чем нас меньше, тем сложнее выиграть. Ищите подсказки. А вдруг дверь нельзя открыть? О, Господи! Быстрее! Что делать? Решим загадку и свалим! Все! Простите! Простите! Зачем ты нас сюда притащила? Убийца! Нет! Мы здесь умрем. Заткнись! Сложиться любой ценой. Это все часть игры?